наш новый дом. Это верхняя Волжская набережная. Вот наш подъезд. Самый ближний к усадьбе Рукавишникова. Красивейшее место. Недалеко от Кремля, на высоком берегу. Здесь парковая зона с дорожками, тропинками. Дом, в котором жили в советское время директора крупнейших заводов. Директор машиностроительного завода, герой социалистического труда, дважды лауреат Госпремии СССР Максименко Владимир Дмитриевич. И также в этом доме жил директор завода «Красная Сормова». Тоже герой социалистического труда. Вот их портреты здесь на фасаде дома. Еще табличка с известным именем. Волков Сергей Павлинович, директор Окской судоверфи. Главный строитель судов морского и речного флота на заводе «Красная Сормова». Так, ну вот будем здесь жить. Были очень высокие потолки, но сейчас здесь навесные, да, подвесные потолки? Подвесные, да, если опустили даже чуть-чуть. Да. 3 метров было. Первая комнатка вот. Здесь есть гамак, раскладной диван, телевизор. Дальше спальня. Здесь у нас есть встроенный шкаф, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки. В каждой комнате есть кондиционер. Сейчас отопление выключили, поэтому его на обогрев мы включили. Очень удобно, что у нас первый этаж. И вообще находится у нас... Вот наша машина стоит прямо около окна. Так. Небольшой коридор. Ванная комната с душевой кабиной. И еще одна комната, а здесь кухня и обеденная зона с диваном. Да, можно прямо здесь даже сесть с ноутбуком и работать. Здесь есть чайник, микроволновка, раковина, посуда нужная, вот такая вот плита. Сковорода, кастрюля. Так, это уже подъезд. Управляющая компания Нижегородец 1 управляет этим домом.